У Мстиславе у новом палаце шлюбу и урочистостей регистрацию молодых проведут с уделом историчных персонажей стародавнего города. Открытие зала отбудется у пятницу 23 вересня, как раз до областного фестивалю кермашу «Дажинки 2016». Подробязности у Татьяны Сергейчик. До областных дажинок у Мстиславе одразу две улицы – Урыцкого и Першамайская – стали пешеходные. Именовито на Урыцкого находится палац шлюбу. Вот эта колоннада небы объединяет сучасный город с историчной его часткой. Также эта колоннада соединила, как говорится, историю, современность. Это здание райисполкома и здание дворца бракосочетания, который выполнен в классическом стиле. Ранее это был кинотеатр, который был проблемно использовать и требовал реконструкции. Этот объект является, будем говорить так, кульминацией площади, которая ее украшает и в то же время подчеркивает историю города Мстиславля. Кинотеатр был побудованы у 70-х годах минулого стагодия. Вы решили провести его реконструкцию и створить шматфункциональный комплекс. А тут плануют проводить семинары на историчные темы, конференции, сустракать делегации. Официальная частка знакомитого фестивалю мастерства имя Чуркина так само будет у этих стенах. Учитывая также, что город старинный, естественно, что здание в центре города, имея современные интерьеры и облик, будет диссонировать с остальным городом. Поэтому были разработаны и фасады, и интерьеры с учетом истории города, сохраняя его историческую наполненность и придавая какую-то пикантность, опять же, и центральной площади. 23 вересня отбудется урочистое открытие палаца. У зале шлюбу две молодые пары сустренуть князь Ростислав Мстиславович и его рыцари. Татьяна Сергейчик, Виталь Алексеенко, Новин Регион.